Добрий вечір, у ефірі телекомпанії СТВ. Як завжди, все час. Програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Володимир Самойленко, співзасновник та член Ради громадської організації «Розумне управління містом», скорочено «Розум». Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Володимир Володимирович, радий привітати вас в нашій студії. І, собственно, почнемо то, що називається, спочатку. Думаю, не ошибусь, если скажу, что николаевцы хорошо знают вас как директора комплекса плавательных бассейнов «Водолей». Но сегодня вы у нас в студии, собственно, несколько в иной ипостаси, а именно как, собственно, человек, который представляет общественную организацию «Разумное управление мистом», скорочено «Розум». Что привело, собственно, к тому, что выступили соорганизатором этой общественной организации? Первый вопрос, почему именно общественная организация, а не какой-либо партийный проект? Как мне кажется, что общественная организация имеет более широкие возможности, ну любая общественная организация имеет более широкие возможности объединения совершенно различных активных горожан. Потому что наша организация ставит перед собой задачу и цель — это развитие города Николаева. То есть объединить тех активных горожан, которые могут, хотят развивать город Николаев и которые связывают свою судьбу с городом Николаев. То есть которые сами здесь живут, которые детей растят, которые ездят на общественном транспорте, ездят по нашим дорогам, знают все эти проблемы или не ездят, как сегодня, допустим, да, то, что происходит сегодня у нас в городе. Вот к вам из Корабельного района сегодня ехал больше часа. Все стоит, весь город стоит. Как будто бы и не в Киеве, да, а ехать невозможно. Потому хотелось, конечно, найти какую-то такую форму, в которой могут объединяться члены различных партий. Потому что партийные проекты, они, ну, в основном они общеукраинские, и руководство сидит в Киеве, и, понятное дело, им до наших проблем региональных очень далеко. Ну, понятное дело, я там участвовал не в одной партийной организации, да, это, ну, выйдите с флажками, там постойте, там поговорите, и что дальше, а что для Николаева, а для Николаева, а им не до этого. То есть нужна красивая картинка, нужен отчет и все, не более того. Потому у нас идейным вдохновителем нашей организации выступил Мойсел Петр Леонидович, объединил, ну, сначала там небольшое количество людей, да, и потом мы начали приглашать со всех сторон совершенно различных людей, различные мнения, различных экспертов для того, чтобы развивать эту организацию, которая будет заниматься, в принципе, одна цель — это развитие города Николаева. Да, но и название такое вот, ну, я не хочу сказать с претензией, но, как это, за это название нужно будет отчитаться, ответить. Разумное управление мистом, Розум. В вашем личном понимании разумное управление городом – это что? Вы знаете, я думаю, что в нынешних условиях, в которых мы находимся, нам нужны мало того, что профессиональные менеджеры для управления городом, но еще менеджеры с новым форматом мышления, совершенно с другим. Вот мышление, разум, да, и вот здесь это все вместе. Вот. Если мы говорим о разумном управлении города, наверное, тут больше надо переходить все-таки к целям, которые ставит наша организация. Ну, понятно, можно зайти на сайт и посмотреть весь спектр целей. Да? Ну, давайте по основным пройдемся. Значит, первое – это создать стратегию развития города Николаева. Второе – это разумное управление существующими ресурсами и улучшение системы управления города Николаева. В принципе, теперь можно немножко порасшифровывать, конечно, каждую цель, потому что они сильно широкие. И я бы вот хотел остановиться, значит, совершенно недавно наша организация собрала экспертов, и мы попробовали проанализировать работу морехозяйственного комплекса города Николаева. То есть у нас был город Корабелов. На судостроительных заводах
ну, сейчас боюсь ошибиться, ну, до 50, наверное, тысяч человек было задействовано как бы на прямом производстве, это еще при Советском Союзе, да, ну и плюс весь остальной город или работал как подрядчики, субподрядчики, да, и сфера услуг обслуживала тех людей, которые работали, ну, понятно, было у нас еще там электроника была, и Зарямышпроект есть, или наземный завод есть, понятно, но в основном это кораблестроение. За эти 30 лет независимости мы потихоньку, и я бы сказал, неуправляемо город Корабелов превратился в город-порт. То есть, что мы видим после анализа? Перевалка. С 3-4 миллионов тонн мы дошли до 40 миллионов тонн, и можно дальше это все, ну, продолжать увеличивать. Площадь, которая занимает морехозяйственный комплекс, порядка 1000 гектаров. Задействовано количество человек, 18 тысяч человек задействовано в этой сфере. При этом поступление в бюджет 7%. То есть, ну, смотрите, мы взяли какую-то одну небольшую сферу деятельности, жизнедеятельности города, да, и как сильно она изменилась за 30 лет. А что будет еще через 10-15 лет? Как все будет меняться? Мы дойдем до перевалки там, 100 миллионов тонн, 200 миллионов тонн. А мы вообще сможем тогда по городу передвигаться? А можно будет в нем жить? Я прошу прощения. Собственно, ситуацию, которую мы наблюдаем вот буквально, ну, последнюю неделю, уже точно можно говорить, все, что происходит у нас на подъездах к городу Николаеве, эти многокилометровые колонны фур, то, что происходит буквально сегодня, уже непосредственно в городе Николаеве, вы совершенно справедливо упомянули дорогу, наш проезд, наш от Корабельного района, собственно, сюда, в основную часть города. Ну, точно так же сегодня, например, жители улицы Железнодорожной, которая примыкает непосредственно к морскому порту, ну, вот там люди уже возмущенные в очередной раз ситуацией с большегрузами, они просто там вышли, начали протестовать, приехала полиция, ну, то есть этот ворох проблем уже сейчас кажется. Но мы в нем живем. Мы живем в этой. Ну вот кажется, мы уже в тупике. Тут мы живем, мы практически тупике. Живем в этой, ну, в такой реальности. Вот, скажем, поскольку действительно мы помним круглый стол, который проводил Розум, мы помним, что, собственно, и там звучал некий анализ ситуации, собственно, происходил в ходе подготовки круглого стола, и дальше вот все, что последовало дальше, так или иначе анализ. Из этого анализа что следует? Где можно искать выход из этой ситуации? В какую сторону двигаться? Чей опыт может быть реализован у нас в городе? Ну, смотрите, ну, в первую очередь, конечно, необходимо собрать, ну, как нам кажется, научно-практическую конференцию, собрать всех заинтересованных участников данного рынка, то есть эксплуатации и развития морехозяйственного комплекса. И результатом этой конференции должна быть выработанная стратегия, как развивать город Николаев дальше. У нас же получается на сегодняшний день рефлексия. То есть нам надо отстойники. Бегут искать отстойники. Земли нет. Земля не городская, земля областная. У нас плохие дороги. Надо что-то сделать с дорогой. То есть это рефлексы на существующие проблемы, которые навалились уже на нас, да? Ну, а если мы предположим, что перевалка дойдет до 100 миллионов тонн, то мы просто остановимся, если не будет стратегии. Потому я бы здесь, вы знаете, цели надо ставить большие, вот реально. Ну, я бизнесом занимаюсь. Цель должна быть за пределами жизни. Да. Цель должна быть настолько высокой, чтобы тянуться до нее. Бизнесом занимаюсь в 96-м году и четко понимаю, что маленькие цели, они никому не интересны, они не притягивают людей. Цели должны быть большие. Вот я бы хотел видеть, ну, с одной стороны, стратегию города развития, чтобы фамилия мэра или фамилия депутатов городского совета не меняли эту стратегию и не делали у нас шарахание с одной стороны в другую. Чтобы четко понимали, в какую сторону мы идем, и если мы что-то меняем, то это фактически мы меняем стратегию. Тогда понятно. Это с одной стороны. С другой стороны, я бы хотел видеть такую команду, которая готова город Николаев превратить в Гамбург. Это немецкий город-порт, это 1 800 000 жителей, это тоже судостроение, это те же порты, это та же перевалка, это тот же хаб транспортный, железнодорожный. А почему не поставить задачу город Николаев сделать миллионником? Вы понимаете, насколько меняется тогда целеполагание?
Ну, мы совершенно тогда о других вещах говорим. Значит, что мы должны сделать? Мы должны думать, а как, ну, в первую очередь, остановить отток нашей молодежи с города Николаева. Николаев же теряет жителей. Мы сегодня же не знаем, сколько на самом деле жителей в городе Николаеве. Но студенты уезжают. Польша, Киев. И среди моих знакомых дети ни у кого не возвращаются. То есть, ну, знаете, я тоже николаевец. Я утешаю себя тем, что какое-то количество жителей, они так живут там на съемных квартирах. Мы не говорим, плохо это или хорошо. Они, может быть, где-то неофициально зарегистрированы, и мы по-прежнему все-таки полумиллионник. Нет? А я бы хотел, чтобы это был миллионник. Вот, ну, почему нет? Тогда мы должны первую задачу решать. Это рабочие места. И тут у меня возникает вопрос. А есть у нас кто-то из чиновников, кто отвечает за увеличение рабочих мест в городе Николаеве? Я такого не слышал. Не знаю. Областная служба занятости, районное подразделение в городе Николаеве. Ну, это мы чуть дальше поговорим. Это то же самое, как налоговая служба отвечает за наполнение городского бюджета. Ну, давайте чуть дальше остановимся, да, на этой теме. То есть, по моему мнению, нет такого человека. Нет человека, у которого есть KPI, который этим занимается. А оно ж все за собой тянет. Да, там, не знаю, можно сделать конгломерат городов, Одесса, Николаев, Херсон. Что для этого нужно? Для этого нужна скоростная дорога, для этого надо скоростная электричка. И тогда человек, который живет в Херсоне, совершенно легко работает в Николаеве и наоборот. И тогда дорога между Херсоном и Николаевым просто начинает застраиваться. И мы просто получаем даже не миллионник, а 2-3 миллионник можем получить. Там тоже есть судостроение, там тоже есть порты и так далее, и Одесса. Одесса совсем рядом. По европейским меркам, что такое вообще 60 километров между Херсоном и Николаевым? Можно сказать, это один город. А до Одессы 130-120. Ну, понятно, при существующей инфраструктуре транспортной это очень далеко. Это практически недосягаемо, учитывая, ну, то, что сегодня в Корабельный район доехать невозможно из центра города. Или вы час вот едете, да? Вы знаете, у меня когда-то был такой интересный совершенно разговор. Там, ну, мне предлагали работу в Херсоне, а предлагали англичане. Они там открывали офис. Ну и как бы мы разговаривали, я спрашивал по поводу квартиры. Они говорят, зачем? Я говорю, ну как, ну я живу в Николаеве, а работать надо в Херсоне. Они говорят, так мы же по карте глянули, там 50 километров. Ну, ездить будешь. То есть у них в голове не укладывается, что расстояние в 50 километров может человека останавливать, и он думает, как переезжать, как менять квартиру, что такое 50. Хорошо. Ну, если, коли вы уже об этом заговорили, я не знаю, как вот, скажем, сейчас наши зрители и слушатели отнеслись к тому, что вот так вот может разрастись наш город. Но мы же понимаем, что даже в границах существующего города достаточно большое количество площадей, земельных участков, которые потенциально могут быть застроены там одноэтажным либо высокоэтажным жильем. Ну, тут же Перегон, например, который в какой-то момент начал развиваться, а потом все это погасло. Я не знаю, Матвеевка. Ну, то есть у нас ведь на самом деле потенциал большой. Но, чтобы здесь оставалась молодежь, нужны все-таки детские сады, какая-то инфраструктура. Может быть, что должно происходить с образованием, особенно школьным образованием. Если мы говорим о каком-то досуге, ну, я не знаю, вот, скажем, вы директор Водолея. И это бассейн, это комплекс бассейнов, который в части города, до которой ехать час сегодня. Да, ну, то есть это же все вещи, которые притягивают людей. Ну, либо их нету, и они не притягивают. В стратегии, очевидно, должно быть прописано, вот как будет развиваться вся эта история и за счет каких средств. Однозначно, без этого никак. И, но это все оргпроекты. Всегда вот, когда стоит вопрос развития общественного транспорта, у меня всплывает в памяти Феодосия конец 90-х годов. Ну, так получилось, что я был пару дней на автовокзале, я там передавал документы, встречал документы. И так как довольно коммуникабельный человек, мне всегда интересно общаться и узнавать, какие там есть вот задачи, какие происходят, что происходит в городе. Понятное дело, водители маршруток были, да, вот мы с ними разговаривали, они говорят, у нас горсовет принял 15-летнюю программу. И нам расписал, через сколько лет, как должна изменяться размер автобуса у нас, у предпринимателей. То есть для них совершенно четко и понятно было,
что сегодня они могут ездить на «Газели», в которой там 15 мест. Завтра им надо, этот автобус будет через 5 лет увеличить, и не выпустят на линию, если у него нет 25 мест, и потом надо будет 40-50 мест. Ну, понимаете, да, то есть, когда принята такая стратегия развития городского транспорта, то я как предприниматель совершенно четко себе понимаю, начинаю просчитывать, что мне нужно делать. Если у меня сегодня «Газель» уже на исходе, выработала свой ресурс, что мне покупать? Может, мне лучше купить сразу большой автобус, там, 50-местный, да? То есть, а если нет этих стратегий, а как может бизнес тогда на это все реагировать? Я же говорю, тут получается рефлексия у нас. Да, я понимаю, что можно купить 10-20 сегодня троллейбусов новых, не заморачиваясь ни о какой стратегии. Потому что они нам нужны, потому что у нас их нет. Но как только мы говорим о каком-то развитии, когда мы говорим о развитии города Николаева, конечно же, в стратегии мы должны учитывать все эти аспекты. И транспорт, и образование, и досуг, и расширение жилого фонда, и как его расширять. Ну, в принципе, то я как бы житель Николаева, да, коренной. Ну, вот по проспекту мы ездим, одноэтажное здание. Вот хочется, понимаете, вот хочется построить. Допустим, недавно обсуждалось строительство какого-то объекта на месте, если не ошибаюсь, на месте нашего самолета, который напротив автовокзала. Да? Дискуссия продолжается. Дискуссия продолжается. Все споры. А я вот, понимаете, я на нее смотрю, и я не понимаю, почему эту дискуссию нельзя поднять на 3-4 шага вверх. Ведь вот этот рынок, который есть «Колос», отчего его нельзя весь убрать, сделать подземную парковку, этажа на 2 вниз, и этажа на 3 вверх построить все, что нужно. И спортклуб, и бассейн, и торговые ряды, и все остальное. Но это же можно делать. Применительно, вот, скажем, к этой истории, ну, может, я опять же так вот широко не мыслил, но если вот, скажем, действительно там активисты, некие общественники, так называемые, вот там вот подняли весь этот шум вокруг этой вот застройки этого объекта, он им не нравится. Но это же буквально 50 метров начинаются абсолютно ржавые старые будки вещевого рынка, и они никому не режут глаз, да, не мозолят. Ну вот потому я и не могу понять, вот, ну почему мы так мелко думаем. А нельзя, первым делом это мечта. Как говорят, мечтать опасно, да, мечты сбываются. А кто-нибудь мечтает, чтобы город Николаев превратился в город-миллионник, в котором удобно жить? Вот я начал говорить о Гамбурге, ну, всем советую съездить. Значит, мне кажется, что для того, чтобы, вот, скажем, происходил некий перелом в сознании, он должен происходить и у нас, рядовых николаевцев, там, небезразличных, но также что должно происходить и с сознанием тех, кто управляет городом, депутатом городского совета в данном случае, в принципе, потом областного совета, которых городская община делегирует на уровень области, управлять областью. Ну и, собственно, людей, которые работают в исполнительных органах. Не, ну все же начинается с нас. Начинается с выборов. Начинается с нас. Мы же идем на выборы, и мы голосуем. И мы голосуем за людей, которые мечтают о чем? Поставить будку на Советской или... Соборная, прошу прощения. Да, да, на Соборной, извините. Или что? Или сделать из города город-миллионник. Ну, с этого все начинается, мы таких людей выбираем. Так давайте тогда искать этих людей, которые мечтают о других вещах, о более крупных, которые говорят о каких-то больших проектах, да, и давайте их выбирать. Хорошо, тогда, собственно, возвратимся, собственно, к тому, с чего вы начали, что общественная организация, у нее есть больше, как вы считаете, механизмов для того, чтобы влиять на какие-то процессы, в данном случае в городе Николаеве. Но, собственно, реализация тех или иных программных задач, она происходит все-таки в рамках партии. Иного, ну, как бы, собственно, как механизм реализации делегирования во власть и ближайшая такая возможность у нас произойдет, собственно, если все будет нормально, в октябре уже текущего года, выборы в местные органы власти, в местные советы, собственно, местных городских, сельских, поселковых голов. Но там общественные организации, как участники избирательного процесса, не предусмотрены. Конечно. А по нынешнему законодательству только в партийных списках можно участвовать в выборах. Это понятно.
С другой стороны, механизм реализации любых идей, которые связаны с управлением городом, с разумным управлением города, это городской совет, это исполнительная власть. Ну, то есть это мэрия, это понятно. Потому, конечно же, Розум будет, не будет, а ведет переговоры со всеми партиями, которые отвечают основным критериям. Это проукраинская направленность однозначно. И это те партии, которые готовы работать, те люди даже, ну партия, люди, которые готовы работать на благо города Николаева. С одной стороны, мы зовем их к себе для того, чтобы объединять новые идеи. И с другой стороны, мы готовы своих членов организации делегировать в эти партии для того, чтобы они шли на выборы. Конечно же, потому что других механизмов реализации нет. Хотя не надо забывать, что общественное лоббирование, оно все равно присутствует. Лоббирование, давление, да? Предложение власти, то есть оно тоже есть, за него тоже не надо забывать. И не надо вот ждать выборов, да, раз в 5 лет пошли, проголосовали, на этом все закончилось. Я думаю, чем больше наших горожан будет задействовано в различных организациях, партиях, общественных организаций, тем лучше их будут слышать. Потому что только объединившись, можно сделать какой-то большой проект. Я всегда говорю, ты можешь заработать денег, ты можешь себе построить дом, ты можешь обустроить себе двор и даже приусадебную территорию. Но к нему надо доехать, а для этого нужна дорога. Ну, квартал ты положишь своего асфальта, да, который завтра перероют, потому что там какая-то трубу прорвала. А дальше как? А как ребенка в школу отправить? Вот у меня дети, один там заканчивает школу, да, а второй в садик идет. То есть я же эти все проблемами сталкиваюсь каждый день. Как доехать к школе, как вернуться, а где взять садик, а где... Но это вторая сторона. Следующий вопрос, о котором я говорил, это разумное управление существующими ресурсами. То есть бюджет города – это квинтэссенция наших каких-то задач, да, и которые делятся, с одной стороны, наполнение этого бюджета. Нам надо понять, как его наполнять и как увеличивать. И тут мы снова сталкиваемся... Назовите мне фамилию чиновника, который отвечает за наполнение бюджета. Мне говорят, налоговый. Ну да. Если заключен договор аренды земли, передан налоговый, налоговый следит, чтобы за него заплатили. А какой чиновник отвечает за то, чтобы этих договоров было как можно больше? Вот я сегодня слышал от разных совершенно депутатов количество нерешенных земельных вопросов за 5 лет. Одни говорят 700, вторые говорят 2000. Ну, мы наблюдаем, собственно, сессию, которая вот еще месяц, да, может чуть больше, и это уже будет год, сессия, которая не закрывается, и она земельная. Так, это вот, собственно, от 700 так, ну, да. выше земельных вопросов. Так смотрите, которые... мы даже не можем понять, а сколько их нерешенных? 700 или 2000? Ну, это все-таки разные цифры, это ж не 700 и 710. А что такое... Хорошо, 1500 нерешенных земельных вопросов. С одной стороны, это недополучение в бюджет города Николая. Потому что если у меня нет заключенного договора аренды на землю, значит, что у меня нет официального права перед налоговой эти деньги тратить. Значит, я их не трачу, я просто не плачу. С другой стороны, это кто-то, значит, останавливает бизнес и не может его развивать, потому что он не понимает, он заключит договор, не заключит, как его развивать, как подать на получение градостроительных условий, как заказать проект. Без земли ты ничего этого сделать не можешь. А что делать иностранным инвесторам или иногородним, которые сюда заходят и видят, что даже житель города Николаева, который всех знает, который знает всех депутатов, иногда лично, да, который знает весь горсовет, и он не может 5 лет решить земельный вопрос. А что он тогда будет делать? Как он может сюда инвестировать? Ну, то есть, вот эта сторона наполнения бюджета, с этим же надо что-то делать. Это ж неправильно. Ну, а другая сторона медали, это разумное расходование этого бюджета. И тут тоже очень много разных механизмов, которые, мне кажется, не задействованы. Город мало покупает услуг. Вот там есть у нас проблема в некоторых районах с количеством мест в детском саде. Ну, по какому пути идем? А давайте мы его построим. Построим, зададим в эксплуатацию.
и так далее, и так далее, и так далее. Что мы видим? Ну, давайте вы тоже, да? Так вот вы говорите, давайте. Мы, скажем, наблюдаем судьбу строительства детского сада в микрорайоне Северный, и это уже годы, и там как-то эта перспектива такая. Вот. Потому и спрашиваю, а если человек вообще с другим мышлением, 4000 гривен в месяц тратится на ребенка, на содержание в детском саду, это без его строительства, плюс строительство самого здания, плюс эксплуатация, амортизация, охрана, ну пошло-поехало, да? А если попробовать заказать эту услугу? Ну вот город просто говорит, ребята, вы готовы мне предоставить за 4000 гривен место для ребенка в детском саду? Вот я вам отвечу, наверное, да. Вот быстрее всего да. Но никто же меня не спрашивал об этом. Как это сочетается с действующим законодательством? А что, нет частных детских садов? А что, нельзя сделать комиссию, которая будет контролировать? И я уверен, что там будут намного лучше кормить и намного лучше будут условия. Потому что частные детские сады намного дороже стоят, чем государственные. Понимаете, всегда, вот очень часто, когда мы сталкиваемся, частный бизнес более эффективен в таких проектах. В крупных инфраструктурных проектах, да, здесь не обойтись без власти. Ну, такие же вещи, как детский садик, как бассейн, ну, это же просто все. Только надо заказать. А для того, чтобы заказать, надо понимать, что же заказать. И у кого. Ну, тендер можно объявить и поискать. Ну, то есть, стратегия, под нее реализовываем, прописываем тактические задачи. Конечно. На какие-то более короткие промежутки времени. И начинаем их выполнять. А общественность контролирует, чтобы власть двигалась в том направлении, в котором разработана стратегия. И я так думаю, эту стратегию, знаете, как говорят, вот, ну, в бизнесе говорят, что если существует на предприятии стратегия, а работник о ней не знает, то ее не существует. То есть эта стратегия все-таки должна быть принята всеми горожанами, я не знаю, может быть, даже на референдуме, чтобы каждый понимал, что мы идем в эту сторону. И тогда, наверное, у нас не будет проблемы проголосовать за недострой для Могилянки, чтобы там сделать им больницу. Потому что это мединститут, который можно развивать. Да, это иностранцы, это, ну, и так далее. Ну и дальше по списку. И да. Так далее, и так далее. Да, и тут снова уже можно очень долго рассказывать. Хорошо. Ну, очевидно, подводя итог разговору, поскольку у вас выше прозвучало, что общественная организация «Розум» ждет в своих рядах, рассчитывает на то, что николаевцы могут приходить со своими инициативами, ну, не знаю, может, как вас найти, интернет, социальные сети. Социальные, ну, то есть, как это сети, работает? Сайт, Facebook. Ну и понятное дело, я везде присутствую, поскольку 5 лет занимаюсь развитием Водолея, то есть у кого-кого, а меня проще всего, наверное, найти в соцсетях, потому что постоянно идет какая-то реклама лично от меня. Я, честно скажу, я болею этим делом, мне жалко потерять Водолей как комплекс спортивный, потому что один ребенок там научился плавать, и сейчас второй учится там плавать. Мне бы хотелось, чтобы он все-таки работал на благо николаевцев и дальше. Володимир Самойленко, співзасновник та член Ради громадської організації «Розумне управління містом», скорочено «Розум», бувся нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. Да, спасибо.